когда я пришел в кафедральный собор, некрещенный, там все помазались, и я подошел, помазали меня. И вдруг у меня такое произошло, такое состояние, как бы я прикоснулся к вечности. В древнем храме полумрак. Чуть мерцают свечи. И не надо глупых враг, будто я не вечен. Я могу не писать, но от этого я начинаю себя чувствовать, как будто Бог меня оставил. А если вот с меня был снять сан священника, то уже я был вообще не человек. Есть мир, и есть законы этого мира. А есть другой мир. И вот к этому миру мы с вами и должны идти. К другому миру. Совершенно к другому. К другому царю. Мы просто не станем христианами, если мы не научимся любить других людей. Так уж Всевышний создал мы люди, не пока дышим, а пока...